Здравствуйте, Василий Сергеевич. Говорят, хорошая картина. Да. Надо бы сходить. Сходить? Ну, ладно. Заболела? Здрасте. Значит, на электричке подъехали? Да. Ты же знаешь, что папа и мама умерли? Да. Значит, их нет. Когда люди умирают, они исчезают. Но я их видел. Хорошо. А во что они были одеты, ты можешь описать? Мама была в синем пальто и в светлом платке. А папа? Папа был в пальто и в шапке. А о чем ты с ними разговаривал? Мы не разговаривали. Мама улыбнулась мне, я пошел в электричку. Когда зашел, их там не было, они оказались в другом вагоне. Я за ними, они стали выходить, я опять за ними. Так мы доехали до города Ламбатор. Куда-куда? До города Ламбатор. Мальчик останется у нас на некоторое время, а вы сможете его навещать. Ты не волнуйся, ты не будешь здесь скучать, у нас тут много детей, игрушек. Нянь, я хочу домой. Няня? Я не хочу, чтобы он здесь оставался. Допустим. Но если он завтра снова сбежит? Я не сбегу. Болезнь нужно лечить в начальной стадии, иначе может быть поздно. Нет, мне лучше домой. Девушка, вы меня не понимаете. Дело не в вашем желании. Мы обязаны мальчика оставить здесь. Мы несем ответственность за детей не меньшую, чем родителей. Может, даже больше. У нас есть свои инструкции, которые мы не имеем права нарушать. Очень может быть, что диагноз не подтвердится. Но провериться это необходимо. Как долго? Это будет зависеть от результатов анализа. Да-да. Знакомься, Никита. Это Анна Степановна. Вы его переоденьте и отведите в 12-ю палату. Она будет приезжать к тебе каждый день. Я буду к тебе приезжать, а Саша и Сава. Мы тебя будем навещать. Пойдем, там дружишь. Саша и Сава приедут, да, Никита? Ребятки там хорошие. Там хорошие ребятки, но мы скоро приедем к тебе. Тебе чего привезти? Чего ты хочешь? Ну, мы скоро к тебе приедем, ты не переживай. До свидания. До свидания. Никита. Недолго ты у нас проработал. Здравствуй.
Народ, Аня. А ты как-то здесь? Да, поговорить пришел. Ага. Денежки принес? Нет, денег нет. И о чем тогда будем говорить? Валя, зачем тебе это надо? Чего? Деньги? А ты не знаешь, зачем человеку деньги? Да нет, я не про это. Сам понимаешь, поругались. Ну, всякое бывает. Мы же друзьями были. Во. Вот поэтому ты мне и принесешь деньги. Я ж тебе по-человечески. Как, можно сказать, напарником тебя хотел сделать. А ты меня по лицу. Ну, ты же Пахомыча ударил. Не ударил, толкнул. Зачем он меня за грудки схватил? Не люблю я этого. Ты горячий, он горячий. Что это будет, если все будут ручками махать? Ты покушай что-нибудь. У меня нет денег. На, перекуси. Да я не об этих деньгах. А это твои проблемы, Санек. Ты хочешь, чтобы я в тюрьму сел? Не хочу. Если бы хотел, мы бы с тобой здесь не разговаривали. Посуду бери. Я салфеточку возьму, девочки. Спасибо. Сов, ну ты что, у нас деньги есть, мы купим. Я сказал, я больше не продаю. Слушай, Сов, дай ей жвачку. Отвали. Жирный. Ну-ка, иди сюда. Ты жвачку хотел? Да. Можем продать. А у вас что, тоже есть? Конечно. Молодец. А жвачка? Завтра подходи, будет тебе жвачка. И апельсиновая, и клубничная. Настя, мне нравится, что вы приходите вовремя. Я вам должна 6 рублей. Да. Правильно? Так. Угу, спасибо. Мама, до вечера. Здравствуйте, Марта Константиновна. Ой, деточка моя, ну сколько раз я просила тебя, не называй ты меня Мартой. У нас в деревнях коров Мартами называют. Зови меня просто Маргарита. Хорошо. Вам что-нибудь нужно? Да. Что? Начнем с папироски. Вам же нельзя. Пока Ирки нет, мне все можно. Только нужно найти, куда она спрятала. И где искать? Давай искать. Машинки. Здесь нет. Нету. Нет. Тогда в патефоне. Вот здесь. Нет. Может, с проигрывателя? Иногда бывает. Здесь нет. Нету? Придется заначку доставать. Жалко.
Как же? Ваша дочка ведь ругаться будет. А я скажу, что ты курила. Я? А кто же? Я Пахомыча. А, Пахомыча, а звонил, давайте. Вы Громов? 33-й. Автослесарем не могу. Нет, вы не поняли, я от Пахомыча. Ну, я знаю, знаю от Пахомыча. А поработай полгода контролером на линии, а там посмотрим. Пахомыч обещал, что буду автослесарем. А директором он тебе не обещал? Ну? Можно я подумаю? Давай 50 грамм еще. А ты со мной не хочешь? Нет. Настя, ты много пропускаешь в жизни. Это очень приятно. Не успеешь оглянуться, тебе будет уже 80. А ты лежишь на подушках. Там болит, там колет. Тебе не дадут лишний раз затянуться, лишний раз пригубить твое здоровье. Вот Ирка моя не пьет, не курит. А замуж так и не вышла. Дурюх. Who is on duty today? I'm on duty today. Who is absent today? Sidachuk and Paravaika are absent today. Who else? Громов is absent today too. I'm here. Ну, быть не может. Громов собственной персоны. Извините, Виктория Константиновна, may I come in? Я у Заучи была, она меня задержала. Sit down, Ишмурзаева. Так, домашнее задание. Диалог мистера и миссис Браун. К доске пойдет. Очень живой разговор. И Шмурзаева, и Громов. А мы по-английски разговариваем. А, замечательно. Тогда выйдите к доске. Диалог мистер и миссис Браун. Только можно без мистера и миссис Браун? Я готов мистеру Громову и миссис Ишмурзаеву. Я вообще-то мисс. No, you are missus. Because you are my wife. Are you... My husband. Remember, Шмурзаева, we are happy family. Really? Get me a pair of jeans. Okay. And a house. On course of sea. Mm-hmm. And car. Two cars. And yacht. Why big yacht? Really? No, only many, many children. I knew that. What? Да, Ишмурзаева, я не знала, что у тебя такие аппетиты. Яхта, машина. Ну, я и мужа себе рассчитывала найти получше. Я знаю, на кого ты рассчитывала. В 1919 году у Владимира Владимировича Маяковского случился роман с Анной Пинхасовой. Он посвятил ей два своих стихотворения. В каком году? В 1919 году. Вранье. У него в это время был роман с Веркой. С какой Веркой? С Веркой Валишевской, моей старшей сестрой. Привет. Здравствуйте. Спасибо, Настя. Ты можешь идти. Ну, пусть она почитает немножко. У меня глаза болят. Я до 4 заплатила. Пойдемте, прошу. До свидания, Маргарита Константиновна. До свидания, Настя. Оп.
Привет, Настя. Ой, я привет. К тебе. Тебя в школу вызывали. Зачем? А, это, наверное, из-за пропусков Никиты. Нужно же справку из больницы принести. Не знаю, Настя. Итак, сегодня дежурные по школе поймали вашего Антона, когда тот отобрал пирожок у первоклассницы и съел. Это все из-за Савки. Антон никогда этим не занимался. Что, простите? Я не поняла. Так куда ты дел деньги, которые мама дала тебе на завтрак? Ну что молчишь-то? Отвечай. Жвачку купил? У кого? У Савки? Читайте. Из московской милиции. Теперь мы понимаем, откуда у него эта жвачка. Это ж надо только подумать. В самом центре нашей родины, у мавзолея, торговать иностранцам святыней пионерской организации. Ой, до этого не может быть, это какая-то ошибка. В общем так, скоро на общей линейке перед лицом учеников всей школы мы исключим вашего брата. Из школы? Нет, пока только из пионерской организации. Что ты делаешь-то? Борщ. А где Настя? В школу ушла. Опять что-то натворил? А может, это не я? Может, она из-за Никиты пошла в школу? Да, стал бы ты борщ варить. Никита у Файки? Наверное. Может, Настя ушел. Кушать будешь? Да. Ты не знаешь, что первых кладут? Картошку или капусту? Не, давай лучше Настю подождем. Я Шурик. А я Никита. Тебе сюда за что? Из-за мамы и папы. Алкоголики? Нет. А мои алкоголики. Марат, он совсем нормальный. Только у него энурез. Чего? Ну, писается по ночам. А к этому не подходи. Он совсем ничего не понимает. А ты здесь давно? 2 года. Или год. Да ты не бойся, привыкнешь. Сначала скучно, а потом нормально. А на полдник яблоки дают. Привет, Настя. Привет, Настя, а где Никита? В больницу положили. А что с ним случилось? Положили на обследование. Я была в школе. Что-то случилось? А ты у брата спроси. Сава. А я-то что? Когда ты был в милиции? Так из-за этого тебя в школу вызвали? Да, из-за этого. Кто продавал сегодня жвачки в школе? А кто? Как кто? Ты кто? Антон потратился на жвачки, а потом отобрал пирожок у первоклассника. Антон? Да ну нафиг. И не он один. Ты продаешь жвачки всей школе. Какую жвачку? Саш, я больше этим делом не занимаюсь. Не занимаешься? Ну как ты можешь, Сав? Вместо того, чтобы смотреть за братом, ты бежишь на Красную площадь продавать галстуки. Какие галстуки? Такие пионерские. Да я же говорю, все, я больше не занимаюсь этим. Так, теперь понятно, почему Никита ушел.
И именно в тот самый день тебя забрали в милицию. И несмотря на это, ты продолжаешь заниматься этой спекуляцией. Да ничего я не продолжаю заниматься. Я шла, все, я завязал. Но мне кажется, мы договаривались говорить друг другу только правду. Мы должны сохранить нашу семью. Я одна с этим не справлюсь. Настя, говорю тебе правду. Посмотри мне в глаза. Сава, ты взрослый человек. Ты должен сам отвечать за свои поступки. Я больше в школу не пойду. Сань, ты-то мне веришь? Нет, не верю. О, блудный сын вернулся. Че потерял? Я это, вернуться хочу. А че так? Все равно никто не верит, что я завязал. Виталик мне говорил что-то про гостиницу. А может, тебя завербовали? И ты стучать на нас будешь в КГБ. Ладно, найду тебя, когда надо будет. Ну что, наточил? Наточил. Держи. Да подожди ты. Раньше времени. Испугается, увидит. Кто? Кто? Машка твоя кто? А может, это по 150, а? По 150? Ну? Не, я не пью. Пока. Ну что, куда ее? В горло или в сердце? Да главное, чтобы меньше мучилась. Понятно. Нож. Ну, держи. Понял. Да не нож свинью держи. Не, Лёха, давай без меня, а? Я лучше там подожду. Давай. Ну чё? Чё? А? Чё, говорю? Ты чё-то разнервничался немножко. Сейчас успокоится, я её и кончу. А нож где? Там где-то уронил. Ну иди принеси. Слушай, может, ты сегодня что-нибудь сделаешь, а? Слушай, Лёха, иди давай, а? Ну чё? Всё нормально. Ну, вы зарезали? Режем, режем. А. Резали. Ты что ты? Ой, ты смотри, толкается еще. Ну что, помощь нужна? Дыхай, пехота. Вы что там стоите? Люди пришли, за мясом они стоят. А ты такая смелая, иди сама в хлеб пойди. Нашел кого позвать. Помолчи, а? Помолчи. Зачем нож-то вообще? Кто я?
Ну что у вас здесь происходит? О, Сергеич, пистолет есть? Дай пистолет, а? Что, опять нажрался? Ты что, мы же договорились. Ну или хочешь, иди сам стреляй. Кого? О, Машку его. Ну, свинью. Придурки. Где? Там. Мало. Нож где? А, вот. Да что там нож? Уже с вилами идти надо. Откуда у меня вилы-то? О, вилы. Умники. Человечески сделать не можете. Все. Ну и слава богу. Сейчас мясо продавать будем. Нет, спасибо. Спасибо. Ну кому сколько? Женьке, погнали. Лёх, ну ты хоть мясо возьми. Мале лучше 200. И мне тоже. Первый день приходит, не едят. Громов, Громов, подойди ко мне. А. Так, дети, подходим ко мне все, получаем таблеточки. Так, на тебе вот, тебе это. Если ты таблетки не хочешь, ты мне отдай. Ладно. Ты сачочку спрячь, а потом отдашь. Не проглотил. Выпью таблеточки. Давай. Малашенко, ты что? Ну что, ты опять за свое, да? Ты зачем у новенького взял таблетки? А ты, новенький, Громов. Вот если еще раз так сделаешь, то, ну-ка, Малашенко, сейчас же отдай таблетки назад. А я их уже проглотил. На клизму пойдешь. Главное, это навар. За выполнение дневного плана все, что сверху, наше. А сколько можно заработать? А столько, сколько заработаешь. Давай учись. Помнишь, что говорил? Вначале нужно вычислить зайца. Зачем? Я думал, всех по порядку. Индюк тоже думал. Смотри. Граждане пассажиры, приготовим билеты. Проверка. Так, ваш билетик. Угу. У вас что? Куда же он запропастился?
Ну и куда же он запропастился? Да брала я билет, правда. Люди видели. Да брала она, брала. Разбрали, так показывайте. Так нету? Платите штраф. Какой штраф? Женщина, пойдете с нами в отделение, там мы разберемся. Ой, какое отделение? Так, все, на выход. Что вы себе позволяете? Бери руки, пьяница. Мужчина, успокойтесь, ну, заплачу. Заплачу. Че, тоже в отделение захотел? На, возьми. Заплачу я тебе, подавись ты этим рублем. Тебе на стройке надо работать, а не к женщинам приставать. Гражданка, а ваш билет? Дальше билеты готовим, пенсионное показываем. Что ж ты на такую сволочную работу пошел? Господи, тебе что, деньги нужны? Послушай, помоги ты мне могилку-то прибрать, а? Я тебе рубль дам. Никит, будешь яблоко? Нет. А ты что-нибудь ел? Да, таблетки. Настя, когда ты меня заберешь? Уже 8 дней прошло. А ты что, считаешь? Да. А ты? И я считаю. И я считаю. И Сашка считает. Мы хотим, чтобы ты вернулся домой. Только врачи говорят, что ты должен здесь немного полежать. Настя, тут год лежат, 2 года лежат, и я так тоже буду долго лежать. Да нет, ну что ты. Мы за 2 к тебе приедем. Хорошо? Хорошо. Здравствуйте. Богданыч! Богданыч, а где Вован? Я в окно смотрел, вдвоем стояли. Алексей, уйди с глаз долой. Ну, дай ты мне его хоть на поезд посадить, нормальный. А Вован уезжает, что ли? А попрощаться? Исчезни, я сказал. А друзья у тебя есть? Да, мой брат Антошка. А на уроках тебе все понятно? Чего? На уроках тебе все понятно? Да. Только я не могу никак понять, кто такие кустракиты? Какие кустракиты? Мы на пении поем, то ребята... Березка, то рябинка, кустракиты над рекой. Ага. А сам ты как думаешь? Я думаю, это птицы. Почему? Потому что они над рекой. Если бы это были рыбы, они бы были в реке. А эти над рекой. А как они выглядят? Большие, черные и страшные. Как вороны? Нет, намного больше, намного. Ну чего ты, Володя, срываешься, я не знаю. Вступил бы на рабфак, на следующий год в институт. Там, глядишь, все как у людей будет, а? Да какой из меня студент? Тем более дворник. Сейчас заеду домой на пару неделек. Мамку с папкой повидаю и на заработки. Сослуживцы кореша зовут на рыболовецкий сенер. А еще деньги приличные, мир посмотрю. Ай, Вовка, я-то думал,
Это два шелеста, такой шорох в Москве наведем. Ты меня извини, дядь Лёня. Но я же молодой, мне жить надо. Не просто жить, а жить. Да понятно, понятно, дело молодое. А то, может, останешься, а? Да. Ну ладно, решил так решил. Давай матери с отцом привет передавай. Давай поосторожней там. Все. Давай, давай. Все. Счастливо. Не хулигань там. Хорошо. Алло! Я говорю, вы чего, ребят? Через час в процессе приедет. Куда мы покойника-то класть будем? Так вечная мерзота. Ее ж подрывать надо. Я спрашиваю, почему не готова? Кто могилу-то копать будет? Жмур едет, алло. А ты чего стоишь? А заметил? Стою. Копай. Так я это... Так подрывать же надо ее. Шашки тротиловые нужны. Динамит нужен. Тут... Здрасте. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Слушай, братан, тут дело такое. Короче, у нас покойничка везут, а могилка еще не выкопана. Мои, видишь, он согреваться начали, но... Сами понимаете. Помоги, а мы с тобой за часик управимся, я пятерку заплачу. Сынок, ты не отказывайся. Ведь пятерка хорошие деньги. Да. Конечно, это не то, что тебе в автобусе он к людям приставать. Ладно. Пошли. Выручишь. Спасибо. Погоди-ка, погоди. Все. Погоди, все. Милый, я тебе... Не-не, спасибо. Ну, как? Спасибо, ты заработал. Давай, пахай. Все, пахал своим. Вперед. Держи. Ну что, погнали? Да. Таблетки остались? Тебя как звать-то? Саша. Я Юрик. А здесь тебя зовут Юрик. Приятно. Да, взаимно. Работать будешь у меня? Копать что? Копать.
и закапывать. Буду. Ну тогда смена. Давай, Сань. Я тебя тут раньше не видела. А я новенький. Привет. Заканчивай. Больших угольных бассейна. Донбасс, Кузбасс и Караганда. Завка. Кузбасс находится в Сибири. Ты боишься это прикинь? Кузбасс на Украине. Да. А Караганда... Хочешь, я с тобой поеду? Если хочешь, поеду. Ишмурзаева. Она всегда разговаривает, когда я отвечаю. Внимание! Никому не расходиться. А что вы мне поставили? Что я тебе поставлю? Ты не успела раскрыть тему. На следующем уроке поднимай руку. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вы к кому? Громову. Какая палата? 12-я. А вы кто будете? Из школы. Мы по поручению пионерской организации. Да, Никита Громов, октябренок нашего подшефного класса. Молодцы. Ну, проходите, проходите. Спасибо. Наташа шла по извилистой улочке мимо трех вокзалов. Она знала, что ждет ее сегодня. Выступит прокурор, общественный обвинитель, потом Родион и другие адвокаты. И все к обеду станет ясно. Как ты могла его отдать? Кого? Никиту. Да я не отдавала, его забрали. Ты дура, понимаешь? Тебя нужно было, саму тебя туда отдать, а не его. Нельзя им никого отдавать, они залечат кого хочешь. Ну что же мне делать? Записную книжку посмотри на С Слоповского. Слоповский. Только бы жив был. Только бы жив был. Алло, это институт Сербского? Мне, пожалуйста, профессора Слоповского, Иннокентия Александровича. Кто говорит? Валишевская говорит. Жив. Странно. Давай быстрее. Я стараюсь. Ну вот, как и договаривались. Значит, не надо. Спасибо вам большое. Ну что, ребята, будьте готовы. Всегда готовы. Всегда готовы. Дайте, пожалуйста, эти две булочки. Смотрел-то старый ты пень. Мальчик-то у тебя из-под носа убежал. Я говорю, тебе пионеры приходили. Да какие еще пионеры приходили? Ну, девчонка смугленькая такая и мальчишка сень. А ты записал их фамилии? Ну, нет, конечно. Они говорят по поручению. По какому это еще поручению? Организации пионерской. Так, что тут у вас? Ну что, Никита Громов сбежал. Ну и хватит орать. Заявляйте в милицию. А вам кого?
Сав, а ты на лифте катался? Катался. А я нет, а пойдем покатаемся. Куда? А вон туда. Место нас жить на нашем месте. Тем, кому положено. Дворники. Салончика. Да вроде все нормально. У меня другая информация. Какая? Знакома личность? Нет. Смотри внимательно. А кто это? Как это? Цеховик. Ну пропал, ты разве не знаешь? Всем миром мы ищем. КГБ, МВД. Что, он на моем участке? Да не на твоем, в твоем районе. Не знаю. Странно. Большие проблемы могут возникнуть. Погоны полетят, как птицы перелетные. Ну ладно. Ну слушай, ты же район знаешь. Ну, пошустрее везде. Ладно? Ну просто есть вероятность, что его похитили бандиты. Думаете, наши? Ну, не знаю. Ну, хорошо. Чайком угостишь? Конечно, товарищ майор. Откуда же ты знаешь, Вась, что я майор? Да это все знают. Ну, откуда? Не знаю. Так говорят. Много чего говорят. Кстати, пишут тоже много. Кто такие Громовы? Громовы? Угу. Да обыкновенная семья. Да? А заявление на них прям закидали. А, Рябова на всех пишет? Нет, нет, не только она. А кто еще? Ну, посмотри. Бруновы? Не может быть. Ну, почему не может быть? Очень даже может быть. А вот это уже, Вась, это не один человек, кляузник. Это уже общественность. Так что ты шурши. Ты же списки посылал на выселение? Да. Посылал. Почему их нет в списке? Да. Ну давай, давай, реагируй, старый, давай. Твои же погоны полетят. Ешь, ешь. У меня еще есть. А, я так и думал. Прячетесь? Да нет. Просто зашли. Одевайтесь, пойдем. Дядя Вася, не хочу ехать в больницу. Да не в больницу. В кино пойдем. А Настя? И Настя с нами пойдет. Это, голубчик, мы скоро начнем детей лечить от сновидений. Выписать. Под чью ответственность? Под мою.
Все ясно? Ясно. А вы запишите ребенка в какой-нибудь кружок. Хорошо. Ребенка занять надо. Ну, хорошо. Передавайте привет Маргарите Константиновне. Хорошо, я передам. Спасибо вам.